Здравствуйте, вы меня на канале, зовут меня Валентина. У меня рецептов селедки под шубой много, и у каждого, наверное, тоже. У меня 11 рецептов, и я вам сегодня расскажу свой рецепт, любимый, который мы кушаем всегда, постоянно, и всем моим домашним нравится. Для рецепта, который я вам сегодня расскажу, нужны селедка 2 штучки, свекла, морковь, картофель, чернослив, 2 яйца, орехи, майонез, желатин растворенный и маринованный лук. Маринованный лук я сейчас солью и порежу. Все у нас уже подготовлено. Все, приступаем к соединению. Еще один важный момент. Если свекла дает вот такой вот сок, его лучше, конечно, отжать. Соединяем селедку вместе с маринованным луком. Перемешиваем. Перемешиваем и раскладываем на две части. У нас свекла в одну мы добавляем, чернослив в другую нет. Во вторую часть свеклы 2 маленьких вот таких зубчика чеснока вы просто выдалбливаем. Морковь мы добавляем, орехи. Кто любит, кто не любит, можно не добавлять. Но у нас любят, я добавляю. Перемешиваем. С яйцом то же самое. Перемешиваем. Ставим наш желатин в микроволновку на 2-3 минуты. Немножко смажем форму, чтобы потом нам легко было перевернуть нашу свеклу именно с чесноком. Почему мы чесночок со свеклой кладем? Потому что чесночок, чтобы дал наверх нашим слоям вкус приятный. Так. Растопленный желатин мы добавляем 250 грамм именно майонеза. Выливаем в наш мешок. Выкладываем селедку с луком, одну половинку. Выкладываем морковь. Выкладываем яйца с сыром. Вторую половинку нашей свеклы с черносливом. Выкладываем вторую половинку нашей селедки. Посыпаем слегка приправой для рыбы, кто любит. Вот, оно придает такой шарм рыбке. Выкладываем нашу картошку барашками. Хорошо проливаем полностью. Накрываем пленочкой и в холодильник мы можем на ночь, а может 4 часа достаточно. 2 желтка пойдут на украшение сверху. Как тортик, видите, какая красивая, режется она как желе,
На вкус, конечно, вкусный.